Hey, всем привет! С вами, как всегда, я, Энн, учитель английского. Сегодня я расскажу вам про 10 названий брендов, которые мы чаще всего произносим неправильно. Первый наш бренд вы сейчас видите на экране. Как бы вы его произнесли? Нет, это не Nike. На самом деле этот бренд произносится как Nike. Nike. Where do I buy the Nike shoes? Этот бренд назвали в честь греческой богини Nike, которая символизирует победу. Nike. Nike. Brand like Nike. So next brand is... Этот бренд по-английски произносится правильно Adidas. Adidas. Very own Adidas tracksuit. Название этой компании пошло от имени и фамилии ее основателя. Adolf Dassler, Eddie Dassler, Eddie Dass, Adidas. Adidas. It's Adidas. What about Adidas? Как вы произнесете этот бренд? Да, и это никакой не Levi's, да. Этот бренд правильно произносится Levi's. Levi's. Take old Levi's. Этот бренд так произносится, потому что он также пошел от имени и фамилии его основателя. Levi Strauss. Levi's. Levi's. Stuff with Levi's and Urban Outfitter. By Levi's. Much as Calvin Klein or Levi's. А как вы произнесете следующий бренд одежды? Я слышала множество вариаций. Asos, Asos, Asos. Но все это неверно. Правильно, этот бренд произносится как Asos. Asos. Обратите внимание, что конечное гласное это О. Asos. From Asos. This matching number. Мало кто знает, но название этой компании ASOS это акроним от фразы as seen on screen, да, то есть как было на экране. Like ASOS, for example. No offense to ASOS. It's on ASOS. She really likes ASOS. Ну и следующий бренд, он уже не про одежду, а скорее про furniture, мебель. Как бы вы его произнесли? Англичане произносят этот бренд как IKEA. IKEA. Обратите внимание, что ударение стоит на втором слоге. IKEA. We go to IKEA. Название IKEA содержит в себе целых 4 слова. Первые две буквы это инициалы ее создателя Ingvard Cambret. Следующая буква I это название фермы, на которой вырос создатель Elmtarid. Да, как бы это ни произносилось по-шведски. И последняя буква это Egonarid, название деревни, которая расположена рядом с фермой. The IKEA bathroom. The IKEA furniture. Assembling IKEA furniture. You can have like an IKEA things. All right, so now let's switch to cars. Давайте поговорим о машинах. И посмотрите вот на этот бренд, как бы вы его произнесли. А здесь все просто. Это очень короткий акроним, поэтому по-английски все эти три буквы будут произноситься полностью. BMW. BMW. I drove an $80,000 BMW. Компания BMW немецкая, соответственно, этот акроним пошел от трех немецких слов, которые вы сейчас видите на экране. Дословно это переводится как баварская компания по производству двигателей. The BMW X5. BMW relaunched the Audi, Tesla, and BMW. Really nice BMW. Ну и давайте попробуем произнести следующую марку машин. Скорее всего, вы были очень близки. Она произносится как Mercedes. Mercedes. Обратите внимание, что ударение стоит на втором слоге. Mercedes. Brand new Mercedes-Benz. Название компании Mercedes пошло от имени дочери одного из ее владельцев. Mercedes Jelinek. And he had a Mercedes. And people buy Mercedes that they write the Mercedes and the B. Mercedes, I mean, it's B, she's their own Mercedes. Alright, so next brand is about food. Правильно, этот бренд произносится как Nestle. Nestle. Unilever, Nestle. И опять-таки название этого бренда пошло от фамилии ее основателя Henry Nestle. Слово Nestle в немецком языке означает nest, гнездо. Like Nestle. Nestle for... And Nestle. And Nestle said... Nestle, you're head of Nestle. Давайте прочитаем название следующего бренда. Правильно, он произносится как Nivea. Nivea, да? Опять обратите внимание на ударение, оно на первом слоге. Nivea. My back was Nivea for the... Слово Nivea происходит от латинского слова nivis, которое значит снег.
Nivea. I mean, Nivea was promoting a world. Nivea is another. Nivea. Last year they make Nivea. We're just trolling Nivea. And I like Nivea. Ну и десятый наш бренд, который чаще всего произносит неправильно, это... Adobe. 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 Adobe – это американская компания, и название она свое получила в честь ручья, который протекает сквозь Калифорнию, и рядом с которым жили и работали оба основателя этой компании. Ручей был назван Adobe в честь глины, которая там добывается. Слово Adobe с испанского языка переводится как глина. Adobe Suite, for example. Adobe. Adobe. Of Adobe. Adobe Premiere. It's Adobe. Давайте посмотрим еще раз на наши бренды и попробуем их произнести правильно. Nike, Adidas, Levi's, ASOS, IKEA, BMW, Mercedes, Nestle, Nivea, Adobe. Alright, если вы сомневаетесь еще в произношении каких-либо брендов, обязательно оставляйте их в комментариях. Ну и если это видео было для вас полезно, не забывайте оставлять ваши лайки и подписываться на мой канал. See you next time!